Новая экзотическая винтовка «История мертвеца» уже в игре и доступна для получения. Что нужно для того, чтобы начать квест на нее и как его пройти в этом видео. Итак, для начала поручения нам нужно отправиться в сумрачный налет побоища. На этой неделе это торговец оружием. В отдельном ответвлении вам нужно будет уничтожить пачку турелей и в контейнере на правой посадочной платформе забрать специальный квестовый предмет. Как начать квест, если сумрачный налет будет не торговец оружием? Хороший вопрос. Но вероятнее всего можно будет просто запустить налет через старт на ЕМЗ. На следующей неделе я добавлю описание об этом в описании к видео. После того, как вы заберете предмет, отправляйтесь к завале, он скажет, что это сигнал от потерянного стража где-то на рифе, и нам нужно его спасать. Отправляемся на специальную миссию «Предвестие». Она запускается с карты спутанных берегов слева вверху и ведет на тот самый корабль. Миссия представляет собой небольшой данж, вроде недавнего задания «Посланник» на ЕМЗ или «Часа испытаний». Она безумно красивая и атмосферная. Рассчитано задание на троих стражей, так что можно пройти в компании друзей. Но на одиночное прохождение и на забег без смертей тоже есть триумфы. Все как всегда в подобных случаях. Когда высадитесь на миссию, вам нужно пролезть по краю слева и открыть двери, а затем вы готовы будете двигаться дальше. Тут вам предстоит знакомство с основной механикой – споры грибов. Прикол в том, что на миссии вы часто будете встречать такие преграды, вроде как белая пелена, и для того, чтобы пройти через них, вам нужно получить баф «Связь с эгрегором». Подойдите к этим грибам и постреляйте по ним. На вас попадут споры, и вы сможете пройти дальше. Вся миссия представляет собой лаз по проходам, вентиляционным шахтам и прочим техническим помещениям в поисках того самого пропавшего стража. Есть череда комнат, открывающихся через включение рычагов или отстрел специальных питательных элементов. Есть даже мусоросборник, который точно можно воспринимать как пасхалку к сами знаете чему. На схватке с финальным боссом комната будет разделена на два этажа. Враг будет сидеть внизу, но прежде чем спуститься и бить его, вам нужно будет отключить нагревательный механизм. Для этого в комнате наверху отключите три рубильника, два в безопасной зоне и один в комнате, где горячо, слева. Этот рычаг советую дергать в последнюю очередь, чтобы потом безопасно из нее выбежать. Убив босса, продвигайтесь по коридорам дальше и в большом зале завершайте задание. Пока не буду показывать, что там, как по мне, это очень мощный момент, который я бы не хотел спойлерить. После финала возвращайтесь в город к завале и забирайте экзот. С этого момента миссия будет реиграбельной, и вы сможете возвращаться туда, чтобы получать эту же винтовку с одним рандомным перком на выбор. Все примерно как у Хоукмон.
На канале выйдет еще другое видео с секретами этой миссии и триумфами, у нее будет героический модификатор-катализатор. А пока что на этом все. Дальше я оставлю полное наше прохождение миссии до босса, на случай, если вы где-то заблудитесь, может вам поможет подсмотреть. Спасибо за просмотр, и да, спасибо, что лайк поставил, и даже напоминать не пришлось.